каждом доме еще должен быть великолепнейший набор, который мне нравится с момента, собственно говоря, первого знакомства. Это чудо-набор нержавеющих мисок, кастрюль, собственно говоря, противней для запекания. Сейчас мы с тобой приготовили кисель. Да все что угодно мы можем готовить в горячем виде, запекать, использовать как форму для запекания. Можем делать огромное количество жаркого, плова, также холодные закуски, все заготовки, которые мы можем приготовить. И это, например, моя самая любимая, постная и не постная в том числе, капуста квашеная. Вот мы раньше квасили капусту, да? Любишь квасить? Да, я люблю квасить капусту именно. И что же мы получаем, друзья мои? Это 5 огромных форм на 1, 2, 6, 9 литров. Причем с крышками, причем из нержавеющей стали, причем еще и с ручками, с красивыми цветами. И мне, как шеф-повару, это очень нравится. И мне, как женщине, тоже очень нравится. Вот это вот горочка моей любимой посуды. Итак, внимание на экран. Целый набор посуды вы сегодня получаете. Знаете, мы с Сашей посчитали, на самом деле, это не 5 мисок, это 15 в одном. Потому что это миски для хранения, можно использовать как для хранения. Салат оливье сделали, да, и в холодильник положили. Можно украсить, насервировать стол, как будто там салатики, да, там всякие, вот просто разложить для красоты. То есть миски для хранения. Это 5 мисок для запекания, потому что каждую миску прям с крышкой можно использовать в духовке, каждую кастрюлю. И это еще и полноценные 5 кастрюль. Посмотрите, огромного формата. Давайте я сейчас вот познакомлю вас с комплектацией. 3999 рублей. Цена действует только сегодня за целый набор. Итак, в комплекте большая кастрюля 9-литровая. Где ты была, когда мы грибы засаливали? Это же кошмар какой-то. Сколько кастрюль мы истратили маленьких. Вот одну большую мы поставили, слушай, Саша, по-быстренькому да, все да, сделали. Да, конечно. 6-литровая кастрюля. Холодец будете здесь варить, да? Вот, или суп можно с ногой бараньей сделать огромной, не дробя ее. Вот эта кастрюлечка зеленого цвета, 4-литровая, все это набор, ничего докупать не нужно, все в наборе. 2-литровая кастрюля и малышка хорошенькая, в которой вы можете готовить даже кашу, 1 литр. В каждой кастрюле есть крышки, причем они плоские для того, чтобы хранение удалось удачным. И ручки, смотрите, не будут мешать никогда, это очень удобно. Чуть позже мы вам покажем, какое компактное хранение у нашего набора. Скидка 38%, и это самая выгодная покупка только 1 часа, успеете заказать. Слушай, знаешь, на самом деле вот эти заготовки, компоты, варенье, соленье вместо мисок, конечно, классно сейчас вот использовать, это актуально. Да, вот именно конечно. Сейчас, яблоки, сезон. Но вот я сейчас подумала о своей подруге, моя соседка Гальчика, она из Мордовии, да, но они живут в Москве уже 1000 лет, давно-давно. Вот, она когда ездила в Мордовию на свадьбу, у них как принято? Домами готовить. То есть никакой конечно. Ресторан, ничего. Они сами все готовят. В огромных количествах. На все праздники. Вот, однозначно. Понимаешь? Я тоже из небольшого городка в Нижегородской области, причем это недалеко от Мордовии. И мы тоже на все праздники, и в том числе и свадьбы, когда готовим. Уж если кто-то случается, уходит от нас и провожаем, тоже сами. Готовим самостоятельно обеды. Да. И, соответственно, нам нужны большие объемы. Вот здесь объемов общего количества, держи скорее компотик, объемов достаточно много, и получается у нас больше 15 литров, друзья мои, полезного объема. Это значит, что можем приготовить огромное количество блюд, собственно говоря. Слушай, у меня тост родился. Да. Выпьем за сэндвичницу. Она была, да сплыла. Все, она закончилась. Все, распродали. Да, ура! Друзья мои, я поздравляю тех, кто успел ее приобрести. И обращайте внимание на то, что мы рекомендуем прямо здесь сейчас. Нержавеющая сталь. Причем нержавеющая сталь достаточно высокого класса. И именно, собственно говоря, из нее мы, в ней, точнее, сегодня и готовим. Да. Так, сэндвичница уже закончилась, но зато есть набор Meyer & Bosch, который мы сегодня вам представляем за 3999 рублей. Только на 1 час у нас 300 наборов, больше, к сожалению, нет. Поэтому, друзья, если надо, а надо абсолютно всем, это 15 в одном. Ну, потому что, смотрите, это 5 кастрюль, это 5 форм для запекания, это 5 форм для хранения, соответственно, 15 в одном, правильно? Вот, за 3999 рублей. Успейте заказать.
Это самая выгодная покупка. Если у вас есть карта Prime, уже и бесплатная доставка в любой регион России. Если нет карты Prime, закажите ее сегодня за 2999 рублей. Слушай, ты видел, как удобно хранить их? Да, я не только увидел, но я и знаю, почему. Потому что, да, у меня тоже есть производство. И мы все, что готовим, соответственно, убираем чаще всего в ту тару, которая так и называется нержавеющая. Здесь полностью нержавейка, очень хорошо хранить, очень замечательно, очень и очень замечательно, собственно говоря, готовить и не впитывать никакие запахи, ни цвета и так далее. Слушай, за ушедшую сэндвичницу желает поднять бокал и Артур, наш оператор. Ну давайте. Опа! Это для вас. Так, смотрите, друзья, вот видите, какой вкусный компот у нас получился из яблок. Сколько яблок в этом году? Это ужас да, какой-то. Огромное количество. Позапрошлом, они же через год, да? В позапрошлом году у нас столько не было. Я уже здесь всех на работе накормила. Ящиками вожу эти яблоки. У меня был дома целый мешок. Спасибо тебе огромное. Мы и сушили, кстати. Здесь же я и взял сушилку себе. И очень сильно доволен. Теперь я и с яблоками, и с сушилкой. И компоты можно наварить. И компот теперь буду, собственно говоря, варить. И не только компоты, но и, например, борщик. Mm-hmm. Посмотрите, мы с вами приготовили первое, второе, третье блюдо. Но у нас с вами еще есть и выпечка. У нас с вами есть еще и полезные вкусные завтраки. Полезный вкусный завтрак. Mm-hmm. Это номер раз. И номер два – это хлебушек. Хлеб, который мы испекли прямо здесь, прямо в этой форме, и мы абсолютно ничего не боимся. Можно куличи спечь на Пасху, да? А куличей-то можно печь огромное количество. И все, вот все у нас готово. Прелесть какая. Каша замечательная, пшенная. Вот пшенная каша из духовки, с разварочки, такая вот с пеночкой, с такой потрясающей мы готовим в духовке. Вот сейчас по грибы многие сходили, потом тоже нужно закручивать банки, варить грибы. Ну, знаете, не в ведрах же это делать, правильно? Вот, гораздо удобнее вместо мисок использовать вот такие кастрюли. 9 литров, 6 литров, 4 литра, 2 литра и 1 литр. У нас наборов почти не остается, ну, может быть, кому-то еще повезет. Звоните, это главное предложение только одного дня.